Более 1300 конкурсантов из 63 стран съехались в Казань для того, чтобы помериться силами. Молодые и талантливые соревнуются в самых разных сферах. От изготовления столярных изделий до флористики, от ремонта кузова и обслуживания систем безопасности автомобиля до кулинарии. В Министерстве образования говорят, интерес к рабочим специальностям в последнее время, что отрадно, только растет. Сварщик. Он делает из ничего красивые поделки и искусство это тоже. Я сам еще люблю искусство. Начал заниматься фотографией, решил еще сварочным искусством заняться. Мне это очень интересно, потому что я считаю, что эта профессия очень полезная для общества, и хотелось бы все-таки в будущем приносить обществу какую-то полезную, приносить полезное обществу. От Коми в Татарстан отправились 33 студента и школьника. Собирали самых активных от Воркуты до Объячева. Они не прошли отбор в национальную сборную, но все впереди. Сегодня они зрители и группа поддержки. Едут, чтобы вдохновиться и перенять опыт у лучших со всего света. Республике Коми, как мы считаем, повезло, потому что мы будем участвовать в плане программ «Посетитель». Да? В последний день проведения чемпионата, 27 числа, уже официально закрыта церемония закрытия чемпионата. А поскольку это последний день проведения самих конкурсных мероприятий, как раз уже будет финишная прямая, сам азарт у всех конкурсантов. Поэтому я надеюсь, что ребятам нашим понравится и будет достаточно интересно наблюдать, как говорится, мастер-отделочник или будущий сварщик или флорист, как говорится, завершает свою конкурсную работу. От России выступает 63 участника из 24 регионов страны. Они уже победители в своих техникумах, регионах и на уровне страны. Осталось показать свои силы миру. Завтра – финал.